В Центре научно-технического творчества молодежи «Грани» состоялся день открытых дверей – праздник начала нового учебного года. В нем приняли участие дети в возрасте от 6 до 18 лет и их родители. А сотрудники центра и его воспитанники демонстрировали свои достижения. Запорожский центр научно-технического творчества учащейся молодежи является профильным внешкольным учебно-воспитательным заведением, составляющей частью беспрерывной системы образования. Его задача – развить в воспитанниках способности к наукам и инженерно-техническому творчеству. Самое главное – это профессиональная ориентация и допрофессиональная подготовка ребят на все профессии, которые связаны с техникой, инжинирингом, наукой. В центре занимаются ребята с детсадовского возраста и младших классов школы. Их в первую очередь учат сделать что-то своими руками. Материалы для творчества – клей, бумага, ткань. Дети постарше занимаются в кружках по интересам. Здесь есть своя телерадиостудия, уникальный кружок аквабиотехники, где изучают флору и фауну Приднепровского водного бассейна. Проводят практические занятия по подводному погружению с аквалангом, а выпускники получают удостоверение дайвера. Дети имеют возможность углубленно изучать математику, физику, экономику. А работает областное территориальное отделение Малой академии наук. Но все начинается с малого. Настя и Света – воспитанницы центра. На праздник подготовили мастер-класс по изготовлению кукол-мотанок. Это считается для ребенка как игрушка, но если туда сделать на горло крестик, это будет еще как и оберег для ребенка, который будет сохранять его. А вот работа Андрея – это вполне серьезная конструкторская разработка, воплощенная им самим в жизнь. Веломобиль амфибия. Можно ездить на нем и как и по дороге, так и по воде. Поплавки еще надо? Да, поплавки сейчас находятся в лаборатории. Их надо как бы расширить, чтобы лучше держался на воде. Самым зрелищным на празднике стал показ радиоуправляемых моделей. Миниатюрные кораблики уверенно бороздили воды бассейна. По асфальту носили спортивные автомобильчики, а в небо взвивались самолеты и квадрокоптеры, заставляя восторженно биться детские сердца.